Основные вопросы. Вопрос номер 21. Что такое иман и почему есть разногласия в определении имана? Ответ. Есть разногласия в определении имана, потому что откровение говорит намного вещей иман. Некоторые люди взяли одно, один част, а другой взяли другой част. И не взяли полное откровение. Нам нужно брать откровение полностью и не уходить в религиозное дело за откровение. Что такое иман? Надо знать, что откровение говорит насчет имана четыре вещи. Номер один. Якин, то есть убежденность, это иман. Номер два. Адум аль-куфр, то есть когда отсутствует аль-куфр, это иман. Номер три. Откровение говорит, что амаль, то есть дела тоже иман. Номер четыре. Откровение говорит, что иман увеличивается и уменьшается. Это указывает на то, что откровение говорит, что три вещи являются иман. Номер один – якин. Номер два – адумуль куфр. Номер три – ам. Дела. Деяния. Теперь надо знать, что когда в откровении, то есть в Коране и в Сунне приходит слово иман, то не значит сразу три вещи. Иногда бывает, что только якин – иман. Иногда бывает, что адумуль куфр, то есть отсутствие куфра является иман. Иногда бывает, что амль является иман. Поэтому надо знать, что в имане есть разные степени. И когда именно этот иман, который полный иман или иман с степенями, тогда амаль тоже является частью имана. Поэтому надо знать, что в имане есть две уровни. Бывает, что две вещи являются иман, и бывает, что три вещи являются иман. Номер один – якин. То есть то, что доказано из откровений, быть в этом убежден и не сомневаться. То есть когда мы говорим, мы верим в Таурат, значит, у нас есть якин Таурат. Здесь амаль не уходит, потому что мы по Таурату не действуем. Номер два. Адмуль куфр. То есть отсутствие куфра. Не делает куфр. Человек, когда куфр совершает, то аннулируется его иман. Поэтому человек, пусть будет у него очень сильный якин, пусть он будет убежден, что суд нудин есть. И в каждой вещи он будет убежден. Но когда он куфр совершает, у него иман аннулируется. Например, он оставляет салат. Или издевается над исламами, или возражает ислама, или отказывается от хадиса Расуль, или ненавидит ислам и так далее. Человек становится кафиром, и у него аннулируется иман. И не бывает у этого человека иман. Поэтому адумуль куфр – это и есть основной иман. Когда у человека нет куфр, у него есть иман. А когда у человека есть куфр, у него нет иман. Когда у человека есть якин и нет у него куфр, то этот человек является мукмин. И он обязательно попадет в рай, даже если он сначала попадет в ад из-за каких-то грехи. Раббул Алямин в Коране говорит: «Валлазина юминуна бима унзила илейка». «Валлазина те, которые юминуна уверовали, иман делали, бима в то, что унзила наспослина илейка тебе, у Мухаммаду, вама и в то, что унзила наспослина мин каблика до тебя, вабил ахирати и в ахира, в судный день, хум они юкинун убеждени». Аль-Бакара 4. То, что доказано из откровений, проявляет в этом якин, является иман. Это айт указывает на то, что иман – это такой якин, в котором нет шак, нет сомнения. И в имане есть разные степени, в котором амаль тоже уходит. Иман – это значит, у человека должно быть убеждение, убежденность, якин в то, что доказано из откровений. И не будет сомневаться в этом. И не будет перемешиваться в этом куфр. Потому что когда человек куфр совершает, то у него аннулируется иман. Настоящий смысл имана – это когда у человека якин есть и не сомневается, что Аллах наш халик, наш создатель, он является Раббул Алямин. Для него нет начала и нет конец. Он великий, он является ас-самад. У него нет какая-то нужда. Он не нуждается в махлух, ни во времени, ни в энергии, ни в месте, ни в материи. И на него не влияет это все. Он всезнающий, всемогущий. Он всегда, в любое время может создать время, материи и энергии. Когда он пожелает. Когда он пожелает создать что-то, говорит «кун», «фаякун», сбивается это. Аллах нас послал откровение для того, чтобы руководить человек. И это откровение, это руководство называется ислам. И сегодня это руководство сохраняется, это вахи сохраняется в виде Коран и ахадис, которые доказаны. То, что доказано из этого откровения, нет в этом никаких сомнений. Ислам является истинный дин. Человек не создал ислам и не может создать ислам. Откровение говорит, что смерть – это не конец человека, а на самом деле настоящая жизнь начинается после смерти. В судный день, то есть Яум аль-Кияма, Аллах Аз-Джалла оживит человека. И
после расчета люди будут попадать в рай и ад. То есть, на самом деле, иман – это когда нет куфра. И то, что доказано из откровения, человек в этом убежден, не перемещается в этом куфр. Баракаллаху фикум. Пока на этом.